с Днем Советской Армии и Военно-Морского Флота! Ура! Ура! Товарищи, сейчас состоится вручение наград, мы доставим нашим людям. Вручение произойдет Анатолий Николаевич Долгачев. Памятной медалью ЦК КПРФ награждается 100 лет Красной Армии, награждается Аминов Александр Мунирович. Ну все. И Таскаев Александр Алексеевич. А сейчас, дорогие товарищи, я хочу поздравить всех с праздником, со столетием основания легендарной Красной Армии. Сейчас этот день называется «Защитник Отечества», но мы все, многие из нас, помним, что это день, когда родилась в боях и крови победах наша Красная Армия. Этот год, 2018-й, славен не только столетием Красной Армии. Через 3 недели состоятся выборы президента Российской Федерации. И мы все с вами, как один, должны взять пример с наших солдат-большевиков, прийти на выборы, скинуть эту ненавистную власть. Мы должны избрать нашего кандидата президентом, Павла Грудинина. Ура, товарищи!